Ну а сейчас, друзья, Алексей Гоман исполнит для вас песню, о, как неожиданно, «Делайла». Я ждал тебя целый вечер, бродил у подъезда. Жаль, что навеки с тобой нас судьба развела. Мы были вместе, но почему в этот вечер с другим ты ушла? Когда ты выходил на сцену, у тебя был такой вид, как будто ты выходишь на кулачный бой. Я думаю, вот то, что ты так смог себя настроить, действительно, как на бой, как на битву, помогло спеть эту песню тебе очень хорошо. И я уверен, что ты, даже при том, что так все поддерживают Панайотова, что он такой вокалист, я думаю, что у тебя будет огромная поддержка. Удачи. Спасибо. Леша, а мне показалось, что ты выходил не как на кулачный бой, а как терминатор. И первые слова, что вот я ждал у подъезда, я ждал тебя у подъезда, я представил, как около подъезда какого-то в Биберево назначена вот эта стрелка между Т-1000 и, значит, и Шварценеггером. И я сейчас пытаюсь понять, кто из вас понаёт, кто жидкий терминатор, а кто с красным глазом. Знаешь, я тебе тоже желаю удачи, потому что самое главное сейчас преодолеть волнение. И у тебя тоже в первой песне было жуткое волнение. Сейчас в меньшей степени. Я надеюсь, что как раз в третьей песне, которая, я думаю, будет определяющей для тебя и для Саши, вы покажете себя уже во всей красе, без всякого волнения. Спасибо. Значит, я не согласен, Женя, я не согласен с Антоном. Вышел ты в образе. Образ замечательно пронес. Образ... Замечательно пронес всю песню. Получилось, на мой взгляд, цельно и, на мой взгляд, лучше. Спасибо. Спасибо. Вы спели очень по-русски. Я еще ждала, когда вы в конце скажете «Эй!». Так, это неплохо. Это тоже вариант. Почему бы и нет? Спасибо большое. Леша, у меня, как у человека, не такого смелого, как член нашего жюри, просто душа ушла в пятки, хорошо, просто я думал, ты сейчас бросишься. Хорошо, что Фёкла просто вот здесь сидела, жалко, конечно, было бы пожертвовать в такой ситуации. Да. Почему такое остервенение? Почему? Почему такой напор? Ну, надо же как-то разнообразить. У Саши это было более красиво так, а я решил агрессию добавить то какой-то. То есть, у Саши по отношению к кому эта агрессия была? Расскажи, пожалуйста. Это вот эта женщина, которая не дождалась тебя? Вообще, по идее, в конце песни там летальный исход этой женщины, он ее убивает. О! А, ты ее убиваешь? Нет, она просто умирает сама от старости, да, в конце песни. А, от старости. Леш, поскольку мы знаем, ты пел в подъездах во многих, в Мурманске, в Москве пока еще тебя не замечали, я часто хожу, проверяю подъезды, пока тебя нет. Тебе близка вот эта ситуация, ждешь девушку, и вдруг раз, она идет с каким-то другим человеком совершенно. Нет, мне близко наоборот, когда я иду с девушкой, а кто-то там из подъезда. Она валяется внизу в подъезд. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.